Добрый вечер. Сегодняшняя игра Energy Drive посвящена теме медицинского квеста. Команды, которые одеты в халаты и украсившие свои машины медицинской символикой, имеют бонус по времени. Поэтому ребята все постарались, некоторые приехали даже с мигалками. Сегодня мы собрали очень много команд, из которых очень много новеньких появилось. Все средства будут собраны для покупки реанимобиля для города Керчи. Наша команда называется «Сдвиг по фазе». Мы часто принимаем участие в этой игре Energy Drive, и мы тоже хотим внести свой взнос на покупку ремобиля для города Керчи. Всем привет! Ура! Ура! Наша команда называется «Крафт». Мы уже довольно долго участвуем в Energy Drive. В этот раз мы участвуем специально для того, чтобы поддержать начинание на сбор реанимобиля. Здравствуйте, мы элитное подразделение. Мы команда медсестер, которая специализируется на том, что мы, в принципе, ставим клизмы. Поэтому и название команды у нас соответствующее – клизмы. Мы очень долго готовились к этой игре, собирали, вот видите, вещи. Ходили, да, по знакомым, по друзьям. Одевались, клеили, вот, кресты, пожалуйста. По поводу названия нашей команды, честно, я отсутствовала. Я пришла... И мне сказали, название команды. Я была против, честное слово. Но, по крайней мере, приз зрительских симпатий, я думаю, мы заработаем. Мы его выдумаем и заработаем. Что вы остались равнодушными. Это очень приятно, что вас так много и что вы нас поддерживаете. Мы хотим выразить благодарность всем ребятам, которые решили принять участие в сегодняшней игре, потому что сегодня не простая игра, а игра в поддержку покупки реанимобиля для нашего города. И особо приятно, что именно молодые ребята, девочки понимают, что это важно. Ребята, мне очень плохо, я умираю. Принесите мне бутылочку живой воды, которая находится где-то вон там. Только она меня спасет, ребята, пожалуйста. Всем привет! Никаких паролей, кодовый слов, напоев, нема? Лампочка! Защити человека, стой! Защити человека из вашей команды, не надо делать бьют, положите машину. Play a tango, and in the mood they take a mambo. It's way too early for the Congo.